Что за беднягу мы видим перед собой? Это молодой человек умной девушки. Это шестой акт семичасовой пьесы на оригинальном языке, но борется ли он со сном? Выдает ли его лицо скрытое мучение? Посмотрите, каким внимательным он выглядит. Лучшее представление, чем то, что показывает парень на сцене. Парень, который умирает уже последние 30 минут. И хотя тебе очень хочется закричать «Давайте я убью его за 30 секунд!», ты симулируешь интерес, зная, что главное представление еще впереди. Что это, слеза? И награда «Лучший парень» идет к тебе. Браво! Оставайся бодрым, Sax Rice.